У голодного человека есть уникальное лекарство для лечения болей в суставах. Особенно, если рядом есть брусника. Слюна голодного человека обладает уникальным свойством. Она рассасывает соли. И можно просто плюнуть и голодной слюной растирать больные места. Но если перед этим голодному человеку слегка пожевать листья брусники, то действие слюны будет во много раз сильнее. То есть нужно брать и втирать, растирать больные суставы. Это могут быть запястья, это может быть локоть. И периодически смазывать слюной, втирая в больные места. Делать можно по несколько минут. То есть здесь передозировки быть не может. Почему брусника? Потому что брусника усиливает работу печени, почек, активизирует слюну. Попробуйте, это обязательно вам поможет. Причем эффект может наступить практически с первой же процедуры. Это вам понравится. А, так сказать, то, что листочки жуете, ну, так сказать, это улучшит еще, кроме всего прочего, работу и печени, и почек.